Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком 93.9. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Voice Control», в студии Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Константин Рост. И говорить мы сегодня будем о ценах на проезд в общественном транспорте. Напомню, что Рижская дума приняла решение, что рижане будут ездить по одной цене, а иногородние по другой цене. И в гостях у нас сегодня два журналиста. Это Вадим Фальков, который является журналистом и депутатом Рижской городской думы. Здравствуйте. Добрый вечер. И главный редактор газеты «Телеграф». Граф Андрей Шведов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем со всей этой истории, Вадим. Вот как вы оцениваете решение Рижской думы? Зачем это было нужно? Вопрос в том, сколько времени у меня есть для длительного рассказа. Один час. Давайте все-таки более сжато и тезисно. Значит, я специально захватил с собой много всяких разных цифр, поэтому я спросил по поводу времени. Да, для тех, кто нас не видит, у Вадима на столе сейчас просто для огромное тех... количество бумаг, графиков, различных расчетов. Значит, картинку нарисовал. Городе Риге работает примерно 480 тысяч жителей. Из них примерно 220 тысяч человек в Риге не живут, а только работают. А каждый работающий рижанин на общественный транспорт Риги расходует то, что называется его налогами. То есть это город Рига содержит общественный транспорт. То есть это 24%, если я ошибаюсь, от дохода. Нет, простите. Значит, это 198 латов на одного рижанина в год Рижская дума тратит на общественный транспорт. Помимо этого, каждый год город Рига примерно 50 миллионов латов, в этом году 48, платит фонд выравнивания самоуправлений. Всего в стране 119 самоуправлений, и в этот фонд платят 17 самоуправлений. Остальные, по большей части, порядка 90 самоуправлений, потребляют из этого фонда на свое развитие. И если мы смотрим соотношение тех денег, которые поступают в бюджет самоуправлений вообще, и тех денег, которые остаются на одного жителя в распоряжении самоуправления, то картина следующая. В Риге это 625 латов в год на одного жителя. А, например, в Царниковском крае это 1001 лат на одного жителя. В Юрмале это 1049 латов на одного жителя. И в Стопине это 1152 лата на одного жителя. Город Рига от этих 625 латов еще 82 лата от одного жителя платит на содержание общественного транспорта. А Стопине на содержание общественного транспорта Риги или Стопине не платит ни одного сантима. Поэтому, ну, с точки зрения банальной эрудиции, ничто не мешает Стопинскому краю заплатить субсидию за перевозку своего пассажира в рижском транспорте. Потому что получается, что каждый рижанин, работающий, фонд выравнивания самоуправлений и на содержание общественного транспорта платит порядка 380 латов в год своих налогов. А житель не Риги в свое самоуправление каждый год, как налоги, перечисляет порядка 900 латов в год. Возникает вопрос, почему его самоуправление из этих 900 латов не может доплатить за его поездку в Риге? У меня только один вопрос возник на фоне всего уже сказанного. Ведь вот эта ситуация, которую вы только что обозначили, она не вчера сформировалась, и наверняка не этим летом, и наверняка существует годами. Почему именно сейчас Рижская дума решила ее как-то изменить? Если бы она решила это изменить завтра, вы бы спросили, почему именно сейчас. Если бы она сделала это вчера, вы бы тоже спросили, почему именно сейчас. Но так или иначе, почему именно сейчас? Потому что в очередной, насколько я могу себе представить, тупик. Зашли очередные переговоры между Ригой, Министерством финансов, автотранспортной дирекцией. Значит, что происходит с государственными дотациями на рижский транспорт? Если в 2009 году это было почти 11 миллионов латов,
то сейчас это 3,6 миллиона латов. То есть в три раза уменьшились размеры государственных дотаций. Если мы смотрим показания по стране, где дотирует общественный транспорт именно государство и ничто еще, то оно там погашает перевозчикам все расходы, которые у них случаются из-за перевозки пассажиров. Общая сумма по стране порядка 63 миллионов латов в год. Из них Рига получает 3,6. Господин Шведов, как оцениваете решение Рижской думы? С удовольствием выслушал внимательно анализ господина Фалькова и пришел к выводу, что он передергивает карты и, значит, выдергивает некий фрагмент, его всячески живописует, забывая об общей картине. Общая картина такова, что эти 200 с лишним тысяч человек, которые приезжают в Ригу и здесь работают, они здесь едят, пьют, тратят деньги в магазинах и оставляют, ну, создают рабочие места, которые в итоге приносят доходы в бюджет Рижской думы. То есть, да, если только по транспорту говорить, наверное, перекос какой-то существует. Если же говорить в целом о тех огромных деньгах, которые приходят в Ригу и которые тем или иным способом оседают в виде налогов в казне Рижской думы, из которой платят зарплату депутату Вадиму Фалькову, то эта сумма огромная и достаточно велика. То есть все эти стопинцы и ермольчане, они, господин Шведов, как бы и берут, да, и дают. Позвольте в таком случае задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, от налога на добавленную стоимость, ну, который остается в качестве налога после покупки чего-либо, какой процент денег поступает в муниципальный бюджет? Ну, причем здесь налог на... Я просто могу рассказать. Когда вы тратите деньги, это 0%. Когда я трачу здесь деньги, я создаю рабочие места. Занимаю пустующие еще недавно, несколько лет назад, во время кризиса, первые этажи центральных улиц Риги. Туда заезжают магазины, начинают продавать мне там, не знаю, ботинки всякие там и прочие вещи. И, соответственно, платят хотя бы с той же... Ну, с недвижимости нет. Ну, соответственно, живут здесь, работают, создают в Риге поток капиталов финансовых. Секундочку. Живут с регистрацией в Риге или живут без регистрации в Риге? Если без регистрации в Риге, то налоги уходят туда, где люди зарегистрированы. Ну хорошо, дело, как я понимаю, господин Шведов имеет в виду, что не только непосредственно в том, куда уходят налоги, но и в том, что люди, которые здесь работают, они сюда приезжают, здесь обедают, покупают какие-то товары, и таким образом поток денег приходит в Ригу, в том числе и из регионов. Это раз, а второй момент, ну, было бы, наверное, логично слышать вот рассуждение логически вполне господина Фалькова, если бы он представлял консервативную буржуйскую партию типа «Единство», но господин Фальков представляет социал-демократическую движение «Центра согласия», то есть он должен быть демократом, должен быть социально направленным депутатом и заботиться не о кучке рижан, а о всех жителях Латвии в целом. Если вы правильно помните, господина Фалькова в должность депутата избрали именно рижане, и задача депутата муниципалитета беспокоиться именно о том муниципалитете, о жителях того муниципалитета. Давайте построим большой забор вокруг Риги и будем жить здесь счастливо, долго. Я вернусь к началу беседы. Вы не рассказали мне, что мешает Стопинской волости доплатить за жителей Стопинской волости, которые пользуются рижским общественным транспортом. Понятия не имею, что мешает Стопинской волости. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот, природная жадность и желательно, да, и поэтому им совершенно все равно, в каких условиях их жители перемещаются в Риге в общественном транспорте. Но если бы в Риге так все было плохо, стопинские жители просто не ездили бы сюда, а жили бы в замечательной Стопинской волости. Возникает еще вопрос, почему в Стопинской волости нет рабочих мест? Почему люди вынуждены ездить... Строительный комбинат, по-моему, стоит, забыл, как его... Ну, достаточно там инфраструктура и развита, и какая-никакая промышленность есть. В таком случае возникает вопрос, почему же значительно большой процент жителей Стопинской волости не работает на комбинате, а ездит в Ригу. Ну, наверное, потому что все-таки это экономически оправдано. Да? И переводят в Стопинскую волость, с вашего позволения, из Риги 3 миллиона 347 тысяч латов налогов. При этом, опять-таки, если мы говорим о налогах, налоги платят все и совершенно одинаковые. И, несмотря на это, государство, которое оплачивает общественный транспорт по всей стране, за каждого пассажира в автобусе пригородном перевозчику доплачивает 60 сантимов.
В городе Риге за пассажиров, которые ездят вот этим самым автобусом в Ригу, оно, простите, грубо говоря, ничего не доплачивает. То есть Рига на особом статусе в этом смысле? Понимаете, вот тут получается какое-то странное чудо. Еще в прошлом году Кабинет министров привлек европейское софинансирование для реорганизации трамвайного движения в Даугавпилсе и покупки новых трамваев. 7 миллионов для постройки новой трамвайной линии в Лепае. Для рижского трамвая у Кабинета министров нашлось 0 латов и 0 сантимов. Продолжаем. Значит, государство за каждого пассажира, перевезенного в поезде, доплачивает в среднем 1 лат 88 сантимов. За пассажира, которого из той же Бабите привезли в ту же Ригу, государство городу Риги не хочет доплачивать, извините, ничего. Сейчас 18 рижских автобусов выходят за границу города. Они проезжают по рижскому району 860 тысяч километров в год. И государство за 12 маршрутов не платит ни одного сантима. Это 21 кругосветное путешествие, да, Фальков, за счет рижского бюджета. Буквально пару слов вернуться к тому аргументу господина Шведова, что люди, которые приезжают сюда работать из Стопени, Бабиты или из каких-то других мест, они, в принципе, создают экономическую активность в Риге, трудоустраивая в том числе людей, которые в Риге задекларированы. Может быть, не было бы такого количества налогоплательщиков в Риге, если бы не вот эти вот рабочие руки из Бабиты, Стопени и так далее? Вы знаете, экономически можно строить совершенно любые теории. У меня цифры. А эти цифры я лично перерыл, извините, бюджеты 23 самоуправлений Латвии, данные службы трудоустройства, сколько где работающих безработных, данные по движению автобусов, данные по финансированию государства общественного транспорта. Сейчас рижане, которые работают в Риге, они платят совершенно такие же налоги в государственный бюджет, как и все остальные жители страны. Им никаких скидок нету, но каждый рижанин за наличие общественного транспорта платит более 180 латов в год. Но, насколько я понимаю, суть такова, что государство не доплачивает, не дотирует рижский транспорт. Это решение, очевидно, принимает правительство, в котором главную роль играет единство. Представители единства сидят рядом с вами в Рижской думе. Они проголосовали против, да, дифференцированной стоимости проезда. Господин Фальков, вы не пробовали спросить, там, к примеру, госпожи Элларте, почему ее коллеги в правительстве не хотят увеличивать дотации на рижский общественный транспорт? Вы знаете, вчера это не удалось сделать, потому что представители единства демонстративно покинули зал заседания Рижской думы. Интересно, за этот день зарплату заплатят? Не знаю, этот вопрос не ко мне, я не директор финансового управления. У меня еще один вопрос. Хорошо, с экономической, с финансовой точки зрения все понятно, может быть, с точки зрения арифметики и так далее, но как же чисто человеческий фактор? Вот я понимаю, что вы несколько обижены, может быть, на другие самоуправления, потому как деньги получают, а вам содержать общественный транспорт... Почему? Никто не обижен. Можно я договорю? Извините. Да. Спасибо большое. Но так или иначе, ведь страдать будут люди, а не сами самоуправления, в которых эти люди живут. Ну, окей, допустим, может быть, рад этот житель Бабиты, чтобы самоуправление Бабиты доплачивало Риге за его переезд. Ну вот самоуправление Бабиты отказывается это делать. Получается, как бы человек становится заложником ситуации. Зачем же так обижать жителей Бабиты? Вы понимаете, никто не обижает жителей Бабиты. У жителей Бабиты есть такие же возможности, как у жителей любого другого самоуправления Латвии. Пойти в свое самоуправление и попросить его заключить договор с Ригой на оказание услуг общественного транспорта. А тогда самоуправление откажется? В таком случае у жителя Бабиты появится другой великолепный вариант – а избрать себе, когда придет время, другое самоуправление. А в чем суть вот этих договоров с пририжскими самоуправлениями? Они должны платить какие-то деньги в казну Риги, так я понимаю? Господин Ушаков ходит, рассказывает, призывает все самоуправления приходить к нему и заключать договора. О чем суть договора? О льготах на перевозку пассажиров в рижском общественном транспорте для того самоуправления, и все пассажиры этого самоуправления. Ну, что должно самоуправление дать господину Ушакову, чтобы он дал льготы его жителям? Не господину Ушакову, насколько я понимаю, а что хотите перевозчику? Вы от самоуправления местных, да?
размеры дотаций. То есть они должны платить деньги, да? Не нам платить деньги, ну, а оплачивать. Так, нет, они должны, простите меня, дотировать проезд своих пассажиров. Городу Риге совершенно все равно, кто заплатит евро 20 за проезд. Сам пассажир? Ну хорошо, например. Или 50% его самоуправления, или 100% его самоуправления. Я понимаю, да. Например, Юрмальская, Юрмала, да, там 1040 человек живет, по-моему, около, да. Сколько Трукснис, мэр Юрмалы, должен заплатить бюджет Рижского самоуправления, чтобы все юрмалчане ездили? Ну, со скидками на трамваях и троллейбусах. Понимаете, я не уполномочен ни с кем заключать договора. Я могу сказать, что принципов может быть два. Или дотация за каждого перевезенного пассажира, потому что поездка фиксируется электронным билетом, там ничего можно специально не считать, все данные уже будут. Либо это то, что называется дотация месячных проездных билетов, но я не уверен, что все жители Юрмалы каждый день пользуются рижским общественным транспортом. Если мы смотрим статистику, то в Риге работает 35% трудоспособного населения, населения Юрмалы трудоспособного возраста, то есть от 15 до 62 лет. Это получается порядка 10 тысяч, наверное, да? Это получается, я вам скажу более точно, это 13 тысяч человек. 13 тысяч? И сколько дотация одной поездки составляет? Ну, сколько вот должен... По Риге? Да, да, да. Мне так сложно сказать. Ну, 20 сколько... сантимов, 30 сантимов? Ну, мы считаем НДС или нет? Ну, без, так, грубо. В таком случае где-то, да, порядка 30... 5, может быть, это, то есть 4... Процентов только там, нет, сантимов, да. 4 тысячи латов надо доплатить Юрмале в бюджет Риги, чтобы вот эти 13 тысяч юрмальчан один раз проехали на трамвае. Жители Юрмалы перечисляют в юрмальский городской бюджет 14 миллионов латов, которые есть заработаны на территории не Риги. Не слишком большая сумма, на ваш взгляд, чтобы поделиться с Ригой, можно... Скажите мне, пожалуйста, вот у меня возникает такой вопрос. Билет на общественном транспорте из Юрмалы в Ригу сколько стоит? 1,5 лата. Скажите, пожалуйста, почему из Юрмалы в Ригу билет стоит 1,5 лата на поезде, да? Или на автобусе, на чем вы едете? Ну, на маршрутке. На маршрутке, замечательно. Так вот эта маршрутка, простите, получит от государства дотаций, маршрутка Рига-Юрмала, за первые 6 месяцев более 200 тысяч латов. Угу. При этом билет стоит, как вы сказали, 1,5 лата. На самом деле от Дублты лат 15 по прейскуранту. Причем Дублты находится в 15-километровой зоне. И если бы в 2009 году те маршруты, которые были должны перейти в зону видения Риги и обслуживать по рижскому тарифу, были переданы, то жители Юрмалы сегодня возили бы из Дублты в Ригу по 50 сантимов. Тогда можно упрек предъявить вам в том, что владельцы маршруток хорошо лоббируют свои интересы в правительстве, а правящая коалиция Рижской думы, к сожалению, не в состоянии лоббировать интересы рижан. Почему вам дотации не платят? Еще раз повторяю. Автобусы, которые курсируют в Юрмалу, стали туда курсировать на основании результатов конкурса. Вот эти маршрутные такси, они не маршрутные такси, а автобусы. Они полностью оплачиваются из государственного бюджета. Городу Риге государство выделило на этот год всего 3,6 миллиона латов на дотации общественного транспорта. При этом на пригород из 57 рижских дотаций, да, ну вот посчитайте, 57 рижских и 3,6 государственных. При этом город Юрмала свой общественный транспорт дотирует сама примерно в сумме 2 миллионов латов, но там в основном маршрутные такси, а не автобусы. И, к сожалению, получается так. Ну что ж, давайте примем под занавес этого получаса звонок. Надевайте наушники. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Хотел бы поддержать господина Фалькова и указать немножко на нечестное давление господина редактора и ведущей. Никто не вредит остальным жителям ни Риги. Никто не заставляет их переплачивать. Они могут спокойно поднять свою шестую точку, прийти в свое самоуправление и объяснить на пальцах, что надо заплатить Риге дотацию за транспорт,
чтобы они спокойно ездили по 50 сантим. Они голосуют за этих депутатов, и они их избранники. Это один вариант. И второй вариант, никто им не запрещает задекларироваться в Риге и спокойно ездить по тем ценам. Никто против людей ничего не сделал. Спасибо как за ваше точку зрения. Как раз об этом поговорим сразу после выпуска новостей и рекламы. Не переключайтесь. Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома 93.9. Но мы продолжаем. Это программа «Voice Control». В студии работает Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Константин Рост. Говорим сегодня об общественном транспорте в Риге. Напомним, что Рижская дума приняла решение о том, что рижане будут платить за проезд в общественном транспорте по одной цене, а жители других городов и районов по другой цене. И в гостях у нас сегодня два эксперта. Это главный редактор газеты «Телеграф» Андрей Шведов. Еще раз здравствуйте. И журналист и депутат Рижской думы Вадим Фальков. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, господин Шведов, что хотите? Да, в перерыве мы тут обсудили. Я хочу, кстати, публично заявить, что считаю господина Фалькова одним из лучших, а среди моих знакомых самым лучшим экспертом в области общественного транспорта и вообще транспорта. А сейчас у нас на прямой телефонной связи представитель оппозиции в Рижской думе Петерис Винкелис. Добрый вечер. Слышите ли вы нас? Добрый вечер. Хотел бы вот вам несколько вопросов задать относительно решения Рижской думы дифференцировать плату за проезд в рижском транспорте. Как относитесь к этому решению в принципе? В принципе... Сорвался у нас звонок. Попробуем набрать еще раз. А через несколько минут мы вернемся к этой беседе. А пока что, господин Шведов, вот к вам хотелось бы обратиться. Я пытаюсь перевести разговор на чисто человеческий уровень. А вы бы на месте жителей того же Бабита, Стопини и так далее, которые вынуждены, может быть, работать в Риге, а может быть, просто хотят работать в Риге, вы бы на их месте что делали? Если для людей действительно составляет проблему платить за общественный транспорт больше. Но у меня двойственное отношение. С одной стороны, от этой затеи Рижской думы я, конечно, выигрываю, поскольку задекларировано в Риге и буду ездить дешевле. С другой стороны, как-то неудобно перед людьми, даже не богатыми юрмалчанами и так далее, а не богатыми людьми из рижских предместий за Риги, которые вынуждены ездить в Ригу не потому, что им это хочется, а потому, что там на местах нет работы, и теперь они с 1 января еще будут платить дополнительные деньги. То есть... Вы бы на их месте что делали? Ну, что делать? Продолжать ездить? Куда ты денешься, если тебе надо детей кормить? Ну, как декларироваться? Или вот действительно, как советует господин Фальков, трясти свое самоуправление? Этот вопрос я еще для себя не прояснил. Можно ли взять и задекларироваться? Как? Ну, там кто-то пытался, насколько я помню, журналист задекларироваться на месте жительства Вайры Вики Фрейберги, так против этого полиция безопасности там возбудила какое-то уголовное дело. Может ли житель Стопинской области взять и зарегистрироваться, я не знаю, там, в Рижской думе, допустим, там, задекларировать свой адрес? Так, господин Фальков, вы бы не могли пояснить этот вопрос по поводу декларации? Если я правильно прочитал постановление Рижской думы и сопутствующие документы, то не призывают же никого просто вот пытаться задекларироваться в никуда. Есть люди, их примерно где-то 120 тысяч человек, которые уже давно живут где-то в Риге, а декларация у них продолжает оставаться той, которая она была до того, как они начали работать в Ригу. Давайте я ненадолго прерву. У нас сейчас на прямой телефонной связи представитель оппозиции. Господин Винкелис, слышите ли вы нас? У нас были какие-то проблемы со связью. Да. Как вы относитесь к идее Рижской думы дифференцировать проезд в общественном транспорте для жителей столицы и других городов? Мы относимся отрицательно, поэтому и голосовали против этого предложения. Мы считаем, что нет основания дифференцировать и дискриминировать, скажем, жителей Марупы, которые живут по одну сторону улицы Кантуара, от жителей, которые живут по другую сторону улицы Кантуара, только потому, что в Риге введены, скажем, такие повышенные тарифы на общественный транспорт. Конечно, естественно, я полностью поддерживаю то, что люди, которые живут в Риге или в Юрмале, должны быть задекларированы там, где они живут. Но как бы принуждать их к исполнению этой нормы закона такими способами не вполне, по-моему, обоснованно. Также вопрос о том, могут ли муниципалитеты, ближайшие к Риге,
компенсировать своим жителям проезд в Риге, тоже очень спорный. Если Рига надумает вести, скажем, бесплатный так называемый транспорт, то все муниципалитеты будут как бы вынуждены этим же решением принимать такую уже модель финансирования, скажем, общественных услуг, как в Риге. И Рига своим как бы масштабом может диктовать, по сути, политику всему региону. И это просто нечестно. Господин Винкелис, вот Рижская дума, как ее руководитель, так и вся фракция Центра Согласия, говорит о том, что нечестно как-то получается, что люди, которые, скажем так, работают в Риге, подоходный налог платят по месту жительства. Вот можете какой-то другой способ предложить Рижской думе, как восполнить городской бюджет, если не вводить дифференцированный проезд и, может быть, не вынуждать некоторых нерижан декларироваться в столице? Нет, ну, во-первых, значит, рижане должны быть продекларированы в Риге, это правильно. Во-вторых, в той же презентации, которая была на заседании Думы, консультанты указывали на ряд других способов повышения доходов. Например, введение налога или введение пошлины за въезд автотранспорта в город Ригу, в том числе и особенно тяжелого автотранспорта. Это было бы, с моей точки зрения, шагом в правильном направлении, потому что это еще в большей степени как бы способствовало тому, чтобы люди выбирали общественный транспорт, и доходы на поддержку инфраструктуры необходимой, там, дорог, платили бы те, которые в первую очередь ею пользуются. Я считаю, как бы это ни было непопулярно, вот такой метод более адекватным. Спасибо. Пополнение рижского бюджета. Спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи с нашей студией был представитель оппозиции Рижской думы господин Винкелис. Господин Фальков, в таком случае вопрос к вам, ну, в общем-то, и к господину Шведову. Может быть, действительно стоило начать не с людей, которые ездят в общественном транспорте, а с тех машин, которые в Ригу въезжают? Это действительно альтернативный способ пополнения бюджета. Вот не считаете, господин Шведов? Ну, скажем так, со стороны тех точек, тех объектов, куда ездят эти тяжело угруженные машины, а это в основном порт, лобби, гораздо сильнее, чем со стороны простых жителей. Поэтому, наверное, мне так кажется, пошли по более легкому пути. Не пилить же портовый сук, на котором сидят в том числе и представители Рижской думы в правлениях там, да. Ну хорошо, если не говорить о тяжелых автомобилях, если говорить о частном автотранспорте, жители тех же Бабита, Ступени и так далее, которые ездят в Ригу на работу на машину. Ну, фактически уже и так куча ограничений внедрена. Это и запрет на стоянки, платные стоянки, это и невозможность въехать в ряд дворов, там, не знаю, там, улиц, там, то есть перекрыто достаточно сильно Рига. То есть ограничения и так введены, на мой взгляд. А на ваш взгляд, существует ли какой-то альтернативный способ действительно пополнения рижского бюджета, вот если встать так на сторону как раз уже теперь Рижской думы? Ну, это надо спрашивать у депутатов Рижской думы, за которых мы все голосовали и которым делегировали право искать новые источники поступления доходов, и теперь с нетерпением ждем, когда, наконец, эти доходы прольются на нас в виде улучшения инфраструктуры и облегчения жизни в целом. Господин Фальков, рассматривали ли те альтернативы, о которых упомянул господин Винкелис? Значит, попробую разделить ответ на несколько частей. Для того, чтобы ввести дифференцированную плату за въезд в Ригу и брать деньги за въезд нерижских автомобилей в Ригу, у нас же машины по номерам не отличаются, потребовалось бы порядка 18 месяцев на установление, ну, примерно такой же системы, которая установлена в центре Лондона, которая по номеру определяет автомобили, если машина принадлежит не человеку из Риги. Это первое. Второе. Что касается грузовых автомобилей. Да, кто-то ездит в порт, по большей части в порт ездит железная дорога, а автомобили привозят в Ригу продукты питания. Соответственно, все те налоги, которые были бы введены на автомобили грузовые, они бы отразились потом на ценах товаров на полках магазинов.
Опять же повторяю, это потребовало бы 18 месяцев подготовительной работы. Недовольство за то, что надо платить за въезд в Ригу, я думаю, оно было бы более сильным, потому что тут у вас не остается альтернативы попросить свое самоуправление доплатить за вас за въезд на машине в Ригу. Это все-таки не автобус, в котором совершенно фактически можно что-то зафиксировать. Я понимаю, что есть въезд в Юрмалу, но в Юрмалу, как мы знаем, всего два въезда. Один шлагбаум, ну, не шлагбаум, а чекпоинт со стороны моста Лелупы и другой со стороны въезда в Каугли. В Риге въездов много. Устраивать пробки на въезд в город каждый рабочий день из десятков и сотен автомобилей, на которых люди едут работать. Причем не обязательно все едут в центр города. Кто-то работает на окраинах. То есть кто-то оставляет автомобили, например, около торгового центра «Альфа» или около торгового центра «Спицы» и дальше едет или идет к тому месту, где он работает. Если мы говорим о той части, на которой меня попросили остановиться, потому что перезвонил господин Винкелес, значит, в городе Даугавпилсе зарегистрировано 11 500 работающих в Риге людей. Они каждый вечер в Даугавпилс не возвращаются ночевать и каждое утро в Ригу не приезжают. А они перечисляют в Даугавпилс 11 миллионов латов своих налогов. А в Резекне 4 тысячи человек работают в Риге. По Венспилс 5 тысяч, Лепое 7 тысяч. То есть они в Риге где-то жилье снимают. То есть вы им советуете делать что? А зарегистрироваться по тому месту жительства, по которому они фактически проживают. 5 дней в неделю. А как у нас с регулированием этого вопроса? Вот если владелец квартиры против, то... То владелец квартиры против. Тогда получается негде. Тогда получается негде. Но опять же, остается альтернативный вариант. Так как работающих не так много, а уплачиваемые ими налоги в бюджеты указанных самоуправлений достаточно большие, то заключить договор между Ригой и этими самоуправлениями на софинансирование или субсидирование этих поездок. То есть остается много различных вариантов, и никого нельзя принудить, но таким образом эта проблема все-таки решаема, и, скорее всего, до Нового года самоуправление начнут заключать такие договора. Уже начались, может быть, какие-то переговоры с определенными самоуправлениями о заключении соответствующих документов? Насколько мне известно, предварительные договоренности есть, но так как я в переговорах не участвую, поэтому никаких подробностей я не могу сообщить. Наши радиослушатели достаточно активно комментируют ситуацию в видеочате, и вот что пишут. Давайте введем региональные грин-карты как дополнение к декларации. Живу в Риге, работаю в Юрмале, распределение на налоговых поступлений по пропорции и цели. Такой вариант возможен? Хорошее предложение, но это должно решить правительство, потому что именно правительство определяет распределение налогов. Если, например, место работы будет оставаться, я не знаю, 30%, место жительства 70% от подоходного налога, то я думаю, что эти цифры... Ну, там просто надо, чтобы экономисты посчитали, а не я на ходу. Это достаточно реально. Но, опять-таки, решение принимают не муниципалитеты, а кабинет министров. Давайте примем звонок. У нас раскалывается телефонная линия. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот как можно вытрясти из местных самоуправлений, да, вот я тоже не жители Риги, да, как можно вытрясти из них вот проезд до Риги, да, они же реально все это... Посылают нас в Ригу работать, чтобы мы зарабатывали в том числе деньги им для самоуправления. Как можно, вот с каким способом можно из них вот это вот вытрясти реально эти денежки? Спасибо. Что могут сделать жители конкретных самоуправлений? Пойти в самоуправление, провести пикет перед самоуправлением, написать письмо в самоуправление. Понимаете, самоуправление любое избрано для того и существует для того, чтобы решать проблемы жителей своего самоуправления. Если у самоуправления есть проблема, что жители работают в Риге, свои налоги платят туда, то, соответственно, эти жители могут просить решить эту проблему. Господин Шведов. Как-то круто, когда депутат Рижского самоуправления призывает к протестам в других городах Латвии. Ну ладно, а меня интересует другой вопрос.
Чтобы получить эту пресловутую льготу, надо получить карту рижанина, если не ошибаюсь, да? Те, у кого нету именного проездного билета, да. То есть это речь идет о десятках тысяч, наверное, карт, да. Десятках тысяч людей, может, даже сотнях тысяч. Да. Как это физически вы представляете себе? Это очереди из людей, которые там платят какие-то деньги, стоят, ждут. Нет, денег никому не платить не надо. Куда идти? Что? Где их брать? Их куда вообще? Идти? Насколько я понимаю, вы сегодня не посетили пресс-конференцию в Рига Садекс. Но я надеюсь, что кто-нибудь из сотрудников вашей газеты сделал это, поэтому вы получите полный отчет, и ваши читатели тоже. Значит, есть пункты обслуживания. Радиослушатели вашего радиостанции тоже могут, наверное, так же, как и я, получить полный абсолютно отчет точно. В газете «Телеграф», да, подписавшись на нее. Да, значит, в городе Риге есть пункты обслуживания клиентов предприятия «Рига Садексмен». Те, у кого есть именные талоны электронные, и они уже ими сейчас пользуются, значит, и те, у кого есть скидки на проезд, там, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды, они вообще ничего делать не должны. У них скидки включатся автоматически. А сколько стоит вот эта вся инициатива? Новые карты режим, зарплаты людям, которые их выдавать те, кто будут? На этот ответ сегодня, на этот вопрос сегодня ответа получить не удалось, я его лично задал председателю управления предприятия «Рига Садексме». И ответы напрямую сколько, потому что неизвестно, сколько людей будут регистрироваться в интернете, сколько придут лично и какое число сотрудников придется и людей придется принять, и сколько будет сверхурочных часов у сотрудников. Значит, пытаясь экономить на билетах, вы переплатите за организацию оформления всех этих карт? Вы знаете, это вопрос все-таки, наверное, к экономистам предприятия «Рига Садекс», которые проводят эту кампанию. Так вот, существуют сейчас пункты обслуживания клиентов в городе Риге, и они будут работать с 9 утра до 21 часа. Я думал, скажете, до последнего клиента. До последнего клиента, это сказал Леон Бемхен, что те, кто стоял в очереди по состоянию на 21 час, они будут в любом случае обслужены. Значит, дальше. Будут открыты дополнительные пункты обслуживания при домоуправлениях в Ветсмилграбисе, в Болдерае, в Кингераксе, на Первой Югле. Они будут работать в разные дни по-разному. Сейчас, если вы просто подождете буквально 3 секунды, я взял с собой всю эту информацию, я могу просто зачитать. Давайте мы тогда примем звонок, пока Вадим Фальков ищет нужную информацию. Выслушаем мнение нашего радиослушателя. Здравствуйте. Добрый день еще раз. Вы только что подарили нам, жителям Латвии, феноменальный, фантастический подарок в виде звонка господина Винкелица. Вы посмотрите, образчик мышления государственной номенклатуры. Еще вбухать муниципальных денег в систему фильтрации транспорта на границах въезда в Риге. Миллионы и миллионы лат предложил господин Винкелис. Еще ввести один побор съезжающего транспорта и людей предложил господин Винкелис. И все это в ответ на то, что Рижская дума для рижан делает поблажки, потому что рижане здесь живут, платят здесь налог и получают здесь бонусы и защищают своих рижан. А господин государственный номенклатурщик предлагает нам все это ограничить и снизить грузопоток по городу Риге. Спасибо. Еще звонок примем. Здравствуйте. Добрый вечер. Хочу засвидетельствовать свое почтение обоим вашим гостям, с которыми я когда-то был с обоими знаком. Вот. И, конечно, эксперта, как господин Стариков, я что-то и не слышал, кто еще там в Рижской думе может на эти вопросы решать. Но я хочу сказать, помните, как когда-то анекдот про Рэбе был, который сказал, и ты прав, и ты прав. Я хочу сказать одну вещь. Теперь вся партия согласия, заложники господина Бемхамса. Ежели сегодня это дело как-то там пройдет, рано или поздно эту контору власть растрясет. Вот, и рано или поздно, поскольку там уже много всяких замечаний идет. Спасибо за вашу точку зрения. Зачитаю несколько сообщений из видеочата. Вот, например, наш радиослушатель пишет о том, что, я думаю, стоит ввести новый налог на воздух в Риге, ведь новые налоги – это так классно. Другая наша радиослушательница пишет о том, ну вообще, пикет, ну просто издевается. Это, видимо, упрек в сторону господина Фалькова. И с точки
точки зрения кабинетного работника все так просто. Это мнение третьего нашего радиослушателя. Значит, я все-таки позволю тогда зачитать себе адреса этих пунктов обслуживания, раз уж так. Значит, Бривибас 191, Бривибас 384Б, Прагас 1, Спикеру 1, Венебас ГАТ 86, Курзамес проспект 137, с 9 до 21. А дополнительные пункты обслуживания будут открыты на Гоба 6А, Балтас Базница 52А, Маскова 168, Деглова 106/4, Бривибас 430. А также работает центр обслуживания там, где Ригас Модес. На улице Бривибас. На улице Бривибас. Сам начал. Давайте еще звонок примем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, студия. Очень хорошая тема. Господин Фальков, у меня к вам, может быть, я неправильно фамилию назвала, у меня к вам один вопрос. Сколько стоит стоянка машины в городе, в центре? Час? И сколько стоит стоянка машины, которую вот в Юрмалу приезжаете, да, вот сейчас бесплатный въезд, будет 2 евро, да, и стоите сколько хотите, да, и вы понимаете, что вы делаете, вы же людей стравливаете, вы что говорите, мы должны выйти на свое самоуправление, пикетировать его, говорить, что вот вы нам дайте дотации для Риги, все. Вы понимаете, сколько людей работает у вас в Риге? Спасибо. Значит, я все-таки... Люди почему-то слышат именно то, что они хотят услышать. Значит, меня спросили, как можно повлиять. Я сказал сначала обратиться, написать. Ну, это было сказано. Да, да. Задекларироваться. Вот. Значит, и после этого... Мне рассказывают о том, что я призываю производить непонятно что. Если на обращение и на звонки и на все остальное внимание не обращается, то, прошу прощения, пикет – это вполне доступная, миролюбивая, разрешенная законом форма выражения мнения, да? Никаким насильственным действием, спасибо Боже. Я могу подтвердить, что господин Фальков мирный человек и не призывает бить стекла в своих этих самоуправлениях. Вот, может, последний вопрос. Господин Фальков пришел с пачкой документов порядка сотни листов, а я с одним листочком пришел, в котором, согласно опросам жителей Латвии, определенно нет, определенно против, категорически против этой инициативы Рижской думы, высказывается 53%, больше половины. То есть вопрос к господину Фалькову. Не боитесь ли вы, получив какие-то там дивиденды в виде нескольких тысяч или миллионов латов, потерять поддержку жителей Латвии? Центр согласия, я имею в виду, в первую очередь. Я могу повторить то, что я уже говорил в начале. Я не знаю, кому как, но вот лично меня избрали рижане. И я должен стремиться делать то, чтобы рижанам было лучше. Спасибо. Ну что ж, подведем итог нашей программы по 10 секунд. Очень коротко и очень сжато и тезисно. Господин Шведов, почему вы не поддерживаете эту инициативу? Ну, я бы так не сказал категорично. Я, скажем, позиция моя неоднозначна, да, сомневающаяся. Я продолжаю изучать все за и плюсы. И прежде всего из-за того, что не считаю приемлемым небогатым бедным жителям Латвии, которые волю судей показали за пределами Риги, платить больше, чем, ну, жителям Риги. Исан Фальков, 10 секунд у вас в защиту вашей позиции. Еще раз, рижане сейчас платят за транспорт трижды. Сначала в фонд выравнивания самоуправлений, потом на содержание транспорта и потом за сам билет. Это была программа «Voice Control». Кто из наших гостей, Андрей Шведов или Вадим Фальков, его сегодня прошел, судить вам, нашим радиослушателям. Спасибо нашим гостям. Ну, а мы, Оксана Антоненко и Вадим Родионов, с вами прощаемся до завтра. Завтра встретимся в программе «Вопрос пристрастия». Всего доброго и до свидания. Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома 93.9.